Всем привет, дорогие друзья, с вами Макс, и этот видеоролик, небольшой анонс видео, которое выйдет примерно через дня 4-5. В общем, если видео уже вышло, то вот здесь вот будет подсказочка, то что типа видео вышло, нажимать на буковку И тут, и будет это видео. Либо зайдите на канал, там последнее видео оно будет. Ладно, что ж, давайте сейчас мы откроем посылочку, посмотрим, что мне пришло. Так, я не знаю, где она открывается, по-моему. Тут можно даже без ножек обойтись. Или нельзя? Нет, нельзя. Нельзя здесь без ножек обойтись. Этот нож кредитка такой офигенный, честно говоря. Не забывайте, ребята, ставить лайки. Я думаю, что... Так, господи. Так. Что новое видео вам должно понравиться, в принципе, потому что я вот делаю достаточно долго. Господи, как вот эту фигню скрывать? Вот тут, походу. Е-е-е, отлично. Чё тут со скольки сторон? Вроде все. Да, отлично. Я это сделал, и, друзья, вот что мне пришло. Да. Ну, хотя вы уже увидели по названию видео, какая разница. Так, распаковываем одной. Е-е-е. Зачем я это заказал? Вы эти подробности сможете узнать уже чуть позже. Но я это узнал, заказал для кое-чего интересного. Скоро вы все узнаете. Ну как скоро? Думаю, через... Меньше, чем год. Так. Я думаю, вам понравится. Так, что тут у нас? Что тут у нас? По-моему, все те, которых у меня и нету. Да? Да, тут все те, которых у меня нет. Давайте посмотрим по вот этой стороне. Так, нападение мышь-роботов, байки подземелья, схватка с чудо... Да, у меня ни одной из этих нет. Да-да-да. Это, я думаю, вы понимаете, что это. Кто не понимает, это лицензионные эпизоды черепах. Зачем они мне нужны, все это вы узнаете скоро, подробности будут, но не сейчас. Поэтому следите за каналом, подписывайтесь, нажимайте на красную кнопочку, на колокольчик. Я, кстати, сейчас вот один распакую. Блин, как они тут распаковываются. Скорее всего, тут, блин. Этот нож типа сложил, если вы думаете, что я его не могу сложить, я его уже несколько раз сложу, он просто распадается. Тупой нож. Так. Я просто одной рукой все делаю, это жесть как неудобно. Я, походу, поцарапал коробку. Да, я поцарапал коробку. Ну ладно. Хочу посмотреть хоть один. Тут вообще диски есть? Меня не обманули, правда? Очень на это надеюсь. Так. Я как-то все очень криво делаю, но потому что одной рукой невозможно. Мой штатив – это моя рука в данный момент, потому что штатив мне сейчас было лень идти доставать. Это все долго. Так. Может, я смогу достать хоть один? Эх. Просто не хочу никакие паузы делать. Ладно, сделаю паузу и распакую все. Итак, оно все было замотано скотчем в 10 слоев. Слоев, точнее. Я не говорю, что это плохо, конечно, потому что это очень даже хорошо, что они так сделали, потому что... Ничего не разбилось, ничего не повредилось, насколько я вижу. Так, как же ты открываешься? Мне интересно, еще в какой-то озвучке. Тут, кстати, еще оригинальная и русская, но я не знаю какая, от кого. И отлично, все есть. О, еще даже этот есть. Ребята, все очень круто, все отлично. Главное, чтобы они не были пустыми, а так все отлично, господи, друзья. Ура. Кстати, диск идеален. Серьезно, вообще диск идеален. Офигеть, я думал, прям все раздолбанное придет. Ну, я имел в виду, сами диски, может быть, будут какие-то раздолбанные. Но это я, правда, только один посмотрел. Все мы, я думаю, смотреть не будем. Ох, это вообще круто. Он еще и так. Ладно, давайте тоже этот посмотрим. Не забывайте, это анонс нового видео, которое выйдет скоро, поэтому чекайте канал и чекайте страничку ВКонтакте и группу. Здесь и эта штучка тоже есть, господи. Как же все хорошо, как будто новые. Это не новые, естественно. И тут, ребята, и диск идеален, господи. Очень надеюсь, что они не пустые, потому что диски идеальны, я не знаю, зачем продавали их. Но все, ребята, просто отлично. В общем, все, ребята, на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.
Не забывайте, что скоро новый видеоролик. Ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Нажимайте на этот гребаный колокольчик, колокол вот такой вот, нажимайте на него, пожалуйста. Нажимайте галочки, окей, и подписку на канал. Вступайте в группу ВКонтакте Черепах, подписывайтесь на Инстаграм Черепах. Все, все будет круто, все скоро будет. Черепахи, контент, все будет. Всем удачи, всем пока.